Необходимо проверить регионы, которые реализовали одинаковые проекты на разные суммы денег. Такое предложение было озвучено на заседании Мажилиса. По словам депутатов, разница в стоимости строительства двух аналогичных объектов может серьезно отличаться. В одном месте сельский клуб строится за 500 миллионов тенге, а в другом на аналогичный проект было потрачено 500 миллионов тенге. При обсуждении программы АУ ЕЛБСГ был поднят вопрос эффективного расходования средств. Депутаты Мажилиса, приведя несколько примеров, спросили министра национальной экономики, почему такое допускается. К примеру, строительство сельского клуба на 150 мест в поселке Шалкияжина Курганского района Казачинской области обошлось 50 миллионов тенге, а строительство клуба на 150 мест в селе Актубек Алакульского района Матинской области составило более 518 миллионов тенге, разница в 10 раз. Эта проблема очень распространена. Если рассматривать не только этот проект, но и в целом по республике, то в регионах разница между аналогичными проектами может быть очень большой. Сейчас при рассмотрении новых региональных стандартов этот вопрос мы пересматриваем.